В режиме Edge выберем на поверхности швы для будущей UV-развертки. Выберем инструмент Unwrap Tool и нажмем левой кнопкой мыши во вьюпорте. В UV-пространстве создается развертка. С разрезами поверхности по выделенным ребрам. Параметр Iterations – это количество итераций. Применение алгоритма разворачивания геометрии. Relative Gap Size – это относительный размер участков развертки. Segment by Material и Segment by Part позволяет дополнительно разделять UV-развертку на части в соответствии с тегами полигонов. Тегами парта, если выделить Segment by Part, и тегами материала для Segment by Material. Если выбрать сразу два параметра, то разделение происходит на основании тегов и материала, и партов. Initial Projection – это первоначальная проекция. Планар – значит плоская. Поставлю количество итераций 0, так чтобы было видно действие первоначальной проекции. Планар, цилиндр, сфера, групп нормал. Развертка основывается на нормальных полигонов. И Use Current Map – это использование в качестве исходной проекции предыдущую UV-развертку для этих полигонов. К примеру, если сделать групп нормал, ну, как-нибудь вот так. Теперь нажму пробел. И повторно возьму Unwrap Tool, инструмент левой кнопкой мыши. И здесь теперь, если выбрать Use Current Map, то при нулевых итерациях развертка будет иметь такой вид, как при предыдущем разворачивании. И увеличивая количество итераций, можно изменять UV-развертку. Параметр Panning Axis отвечает за расположение участков UV-развертки, определяя, вдоль какой оси будут располагаться эти участки. Для Planar Cylindrical, Spherical доступны параметры Projection Axis, которые определяют, с какой стороны будет происходить проецирование по выбранному типу. Параметр Offset Angle определяет угол разворота участков UV-развертки. Параметр Update Layout, если он активирован, то при изменение, скажем, количества итераций, участки UV-развертки могут менять положение. Если этот параметр деактивировать, то положение они менять не будут. Изменяется только их форма, то, как они разворачиваются. Параметр Seal Holes позволяет дополнять отверстия в поверхности дополнительными виртуальными полигонами. На поверхности они добавляются красного цвета. Если количество итераций уменьшить, и отключить Seal Holes, то
можно наблюдать вот такой эффект. В местах, где нет полигонов, UV-развертка может наслаиваться. Для того, чтобы этого избежать, активируем Seal Holes. И в этом месте предусматриваются дополнительные полигоны, которые тоже разворачиваются и оттягивают следующие за ними полигоны в сторону.